Чтобы вы понимали, погода сегодня максимальная, не для купания. Ну давайте, 4 штуки. А почем у вас стараночка? Сидите сейчас возле своих телевизоров, либо мобильных телефонов. Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся в Седово. Покажу, как выглядит курорт на Донбассе в 2021 году. Цены на жилье, пляжи, обзор номера. В общем, все в самых лучших традициях пляжного курорта. Также не забывайте, что каждый лайк, каждый комментарий очень важен для продвижения этого видео. Я жду от вас максимальную поддержку. Вы готовы? Погнали! С недавнего времени начали активный ремонт трассы Донецк-Новоазовск. Прежде всего, это актуально для жителей, которые в летний период отправляются на Азовское побережье, в том числе Седово, либо Безыменное. Также эта трасса выходит в сторону Российской Федерации, можно проехать через контрольно-пропускной пункт Новоазовск. Приехали мы уже в Седово. Общее время в пути у нас составило около 2 часов при спокойной езде, соблюдая скоростной режим. Почти центральная улица в Седово. Отдыхающих практически не видно, так как сейчас раннее утро еще. Сейчас едем заселяться в номер. Прохождение в Седово по спискам, то есть заранее нужно было зарегистрироваться в ФЛП, либо пансионат. Отправляете свои данные по электронной почте, либо другими мессенджерами. И, соответственно, вас вносят в списки, просто проверяют. Ну и, в общем, ничего сложного нет. Проблем никаких не было. Увидимся в номере. Заселились в номер. И сейчас сделаем быстрый рум-тур. Ванная комната. Зеркало. Умывальник. Туалет. И душевая кабина. Такая ванна. По центру стоит двухспальная кровать, 2 ярко-зеленых и серых пуфа, тумбочка, шкаф, холодильник. Вдобавок идут тремпеля. Столик, электрочайник, телевизор и кондиционер. Вот такой вот номер. Стоимость в сутки составляет 2000 российских рублей. Вышли мы на главную улицу в Седово. Время 10 часов утра. Все спят еще. Или на пляже. Вот такие цены на шоурму. Днем даже колесо обозрения работает. Конечно, не откажешь. И также он... Увеселительные заведения. Хоккей на столе. Мы подходим к главному перекрестку, где рынок, выход на первый городской пляж, аптека и супермаркет. Кому интересно, меню в столовой. Видите, есть позиции, которые не написаны. Есть то, что написано, то по-любому оно есть в наличии. Сколько нарезной? 28. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ёлки, рубля не хватает. Сейчас, у меня должен есть? Быть. Прячьте мелочь, пока не забрали. Такой 28 рублей. Мелочь в приоритете. Рынок слабенький. Сегодня будний день. И мы опоздали немного. Нужно пораньше выходить. Вещи, овощи. Но... Раз, отдайте нам розовых помидор. Бизон, почем они? 180. Это же бизон, да? 180. Ну, давайте 4 штуки. Да. А нектарин в какую цену? 350.
Будешь брать? Это 300, то есть 350 рублей. Яблоко и слива, два вида. Сливу, да? Сколько штук? Два. Два. И два нектарина сливу. Слива. 252-250 рублей. Угу. Спасибо большое. Приходите. Вам тоже хорошей торговли. Будем стараться. Яйцо домашнее, картошечка домашняя, рыбка жареная, щавелёк, лимон домашнее, вишня, черешня. Так, купили мы помидор и два нектарина. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему у вас тараночка? Тараночка икряная или нектарная? Икряная надо. На ниточке или в дорос есть? Нет, на ниточке. Ниточка связочка. У нас 240 рублей, 250. А такая побольше? Побольше, это... вот 400. 400, а тут сколько? 10 штук, да? 10 штук. Можно за 350, там, по-моему, 3 штучки в ней икряное, то есть остальное икряное. Просто немножко дешевле. А давайте 10 штучек. Удобно, да? Да. Вам что скушать или с собой в дорогу? Да, с собой в дорогу, положите в пакетик. Я могу в газетку сделать. Ну, либо в газетку. Так, это за рыбину, да? 310-350. Да. Делаем скидочки, если берем нормальненько. Рыбец у нас еще жирный, классный. А копченый балык? 350 килограмм. Да, за килограмм. Это тут уже на рыбе написана цена. Да, чтобы вы так вот не терялись. Не понимали, сколько такая рыбка стоит. А в том году сын вас тут торговал, нет? Да. Да? Да. А я смотрю, просто место тоже, я не думаю, что кто-то другой. Нет, она наша место. Понятно, что были в том году. Брали. Ну, мы брали на развес там сушеные. И балыки, кажется, брали. Ну, это наше место. Понятно. А бычки в какую цену? 100 рублей ниточка. Вот есть икряные, есть неикряные. 200-150. Ага. Да, вот за 200 отдам. Давайте за 200. Уже сразу, чтобы купить и не ходить. Фу, блин. Угу. Все, приятно. Спасибо большое. Приходите еще. Удачной торговли вам. Спасибо большое. Пришли мы на море, время 6:30 утра, и вот такой сегодня шторм. Вчера вечером, кто подписан на мой инстаграм, я выставлял историю, был полный штиль. Ну а сейчас море разбушевалось. Лежали подстилки вот приблизительно вот там у всех, ну там плюс-минус, а сейчас набралось только воды, мини-бассейн сделался. С вечера уже оставляют подстилки, чтобы занять заранее места. И вот такой мини-бассейн образовался. Да, сегодня море разгулялось, не на шутку. Теперь хочу рассказать о жилье. Цены варьируются от 250 рублей в сутки. Там в комнате кровать и тумбочка. Душ-туалет на улице, панели блочного типа, то есть комнаты. Сделана перегородка из гипсокартона. И с человека 250 рублей в сутки. Также номера есть в домиках. Максимальную цену, которую я слышал по Седова, это 4 500 рублей за домик. Домик сруба, то есть он там отдельно стоит. Возле домика есть маленькая беседка, мангал. И вы там можете разместить
до 5-6 человек. На каждый кошелек вы можете найти удобный для вас вариант. Теперь, что касается обедов, комплексных обедов. Я уже показывал в начале видеоролика некоторые цены. Но вчера мы ходили в столовую по цене. Комплексный обед составлял 350 рублей. Что у нас было из меню? Это борщ из курицы. На второе узбекский плов. Рис, морковка и немножко свинины. Также дополнительно был огурец порезанный. И там хлеб и вода, маленькая бутылка. Ужин 250 рублей с человека. Макароны, котлета, салат ералаш. Не знаю там, с чего он состоит, но овощи, горошек такое. И плюс еще дополнительно творог, сметана и сахар. Вот такие вот расценки. Можно также ходить по кафе, но в среднем чек составляет на комплексный обед около 350-450, в зависимости от того, что вы будете брать из еды. Вот такие вот приблизительно цены. По продуктам рынок вы сами видели, рынок ничем не отличается от остальных. На курорте всегда дороже, чем в обычной жизни, в обычном городе, так назовем. Ну и вот вам немного еще бушующего моря. Конечно, вчера я обходил вот этот пляж полностью. Камней здесь вообще не было. И что касается городских пляжей, это первый и второй городской пляж. Там немного поубирали камни. Вода холодная, но никого нет, потому что раннее утро. И только я один стою, чтобы пораньше вам прийти и снять какой-то контент. Хоть в море вы покупаетесь, а то сидите сейчас возле своих телевизоров либо мобильных телефонов и даже не знаете, что море сейчас настолько холодное, что просто капец. Я сильно далеко заплывать не буду. Во-первых, я без аквабокса, а во-вторых, ну как бы не камильфо будет камеру еще утопить. Просто послушайте звук волн. Я промолчу. Ну как? Почувствовали запах прибоя? Ну а вы в этом году поедете на море? Обязательно внизу напишите комментарий, куда, за сколько сняли жилье, ну и вообще, как туда будете добираться. Идем на первый городской пляж, который находится возле рынка. С этой стороны немного убрали камни. Но здесь пляж немножко побольше. Ходили на рынок, купили вот такую рыбину. Судак обошелся нам в 250 рублей за штуку. Вот такой красавец. Зашли мы еще в одну столовую, и цены там оказались гораздо ниже, чем в первой. Комплексный обед на двоих человек у нас обошелся 370 рублей. На первое мы взяли по солянке. Я взял картошку молодую, две тефтели, салат из овощей, немножко там сыром было потрушено,
И также были два сырника. В общем, вот такая вот цена комплексного обеда на двоих человек. То есть разница колоссальная. Грубо говоря, 200 рублей за прием пищи. Также не забывайте сравнивать ваши цены на питание, на жилье внизу в комментариях под этим видео. Ну а мы идем на пляж, который находится прямо напротив лунопарка. В общем, чтобы вы понимали, погода сегодня максимальная, не для купания. Пирс разбило, камни повыбивало, и смотрите, что осталось от забора. От этих сооружений, которые, по идее, должны защищать берег. Шпалы. И вот такие металлические конструкции. Поэтому здесь крайне категорически нельзя и нежелательно купаться. Хотя народа сегодня достаточно много, но опять не каждый по такой погоде вообще захочет выходить на улицу. Во-первых, песок в глаза летит, ну и как-то не сильно хорошо здесь вообще на берегу сидеть. Вот такое море в 2021 году. Вчера буквально был штиль, ну а сегодня, как видите, все заштормило. В этом видео мы побывали в Седово, но вы в комментариях напишите, куда вы поедете отдыхать этим летом. С вами на канале был Виконство, до новых встреч! Пока!